Белые халаты на время сменили строгие костюмы и нарядные платья. В Орле в самом разгаре поздравительный марафон. Представители одной из самых гуманных профессий получают награды и поздравления. Кстати, и от своих коллег тоже. В первую очередь здоровья, сил, благополучия, успехов и неравнодушие страдания, которое всегда было главным качеством медицины, вот чтобы это сил, чтобы не было выгорания. Конечно, доброты душевной, сострадания, чтобы вот эти вот душевные качества не покидали нас ни перед одним больным. Лучшим представителям сферы вручили областные и государственные награды. Среди награжденных нагрудным знаком отличник здравоохранения Валерий Амелюсик, главный врач Орловской поликлиники номер 3, в числе отмеченных Минздравом России Владимир Конокотин, главный врач больницы имени Боткина, получил почетную грамоту ведомства. Спасибо за тяжелый, но такой нужный труд, пришли сказать представители областной и городской власти. Пожелания и поздравления от губернатора передал виновникам торжества Александр Бударин. Выполняя программы по развитию здравоохранения федерального уровня, выполняя указы президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина, здравоохранение в Орловской области развивается и развивается достаточно интенсивно. Дел много. Будет приятно, если к следующему празднику мы сможем отчитаться о новых успехах. А сейчас хочется поздравить вас сердечно с праздником. Мы гордимся вами, и вам есть чем гордиться самим своей работой. С праздником вас, здоровья вам, благополучия, всего самого наилучшего. Профессия врача требует высокой ответственности. Сложно переоценить труд каждого из специалистов, говорили почетные гости. Вы ежедневно боретесь за здоровье. Но что самое важное, за жизнь наших жителей. Вы каждый день пропускаете ту боль через частицу своего сердца и отдаете себя полностью своим пациентам, своим больным. Я поздравляю вас с праздником, желаю вам и вашим близким крепкого здоровья, желаю мира, благополучия в ваших семьях, всего вам самого доброго. Я хочу сказать вам огромное спасибо за ваш нелегкий труд, верность профессии, умелые руки и добрые сердца. Счастья, благополучия, успехов, ну и, конечно же, здоровья. С праздником! Скоро долгожданный подарок от строителей получит все здравоохранение региона. В медицинский строй будут введены две новостройки. Корпуса научно-клинического многопрофильного центра медицинской помощи детям имени Круглой и перинатального центра. Наталья Пехтерева, Владимир Ноздрачев, телеканал «Первый областной».